Добрый день, дорогие друзья! Поскольку растения наши стрессуют и нужна подпитка, иногда нужно очень много сил растению, мы придумали очень интересный коктейль, энергетический коктейль для наших растений, для того, чтобы им было легче, для того, чтобы развивалась и корневая, и крона. И мы проэкспериментируем, мы вам расскажем, покажем. Сначала мы покажем, как мы изготовили этот коктейль, опрыскаем и покажем результаты следующего дня, потом попробуем еще раз сделать. В общем, наш опыт и тест. И мы показываем на своих растениях. Вот эти растения приехали, они чувствуют себя шикарно. Есть растения, которые стрессуют. Мы используем эту баковую смесь для всех растений и будем наблюдать за результатами, как будут себя чувствовать растения, которые сейчас вот в таком идеальном состоянии, и растения, которым нужна и требуется помощь. Итак, у нас что мы берем? Мы берем растамент. Мы берем фитозонд или Рибаф Экстра, реаниматор жидкий, мы берем HB и берем ростовит. Вот эти компоненты, поскольку у нас получается 12-литровая канистра распылителя, то пока мы вот будем именно исходить из объема нашего, затем мы, конечно же, для литра скажем, какая нужна будет дозировка, либо надо уменьшить, либо нет. Итак, значит, что мы делаем? Мы берем, здесь у нас получается растамент 100 грамм, нам нужно где-то 10 грамм на 10 литров, то есть примерно вот 10 таких частей. Растамент выглядит вот таким вот сыпучим, похожим на дрожжи, очень похоже, это собственно и есть дрожжи, без запаха, и где-то, наверное, 1/10 часть. Мы сейчас возьмем, наверное, попробуем колпачок. Вот так, колпачок, 25 миллилитров. Вот такой колпачок. Мы его засыпаем. Засыпаем. Дальше ампулу фитозонта или Рибаф Экстра. 1 миллилитр ампула. Она ампула. Сейчас я возьму. Так, ампула. Так, сейчас я ее отстригу минутку. Итак, вот у нас ампула без запаха, прозрачная жидкость. Мы ее выливаем. Мы ее выливаем. Дальше мы берем реаниматор. Здесь у нас получается 0,2 миллилитра. Мы используем колпачок. Сейчас нальем колпачок этого средства. Он такой мутный. Наверное, не весь. Такой мутный весь. Значит, мы берем вот слегка, не до конца, эту часть выливаем. Дальше. HB, средство HB. Такой пузыречек у нас. Где-то возьмем, давайте 10 капель. Мы возьмем, накапаем 10 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И последний ингредиент, он самый вонючий у нас, самопахнущий, это ростовит. Сейчас, одну минуточку. Итак, это у нас ростовит. Он, конечно, пахнет, попахивает. То есть мы берем вот такой вот колпачок и добавляем. Вот у нас получилась такая смесь. Сейчас мы заливаем теплой водой, прям теплой, хорошо, хорошо, где-то градусов 30-35. И минут 10 мы ждем, чтобы у нас как раз... Можно даже, мы сейчас поставим, наверное, на батарею, чтобы у нас пошел процесс брожения. Процесс брожения, и потом начнем опрыскивать. Мы выключили свет, сейчас такие легкие сумерки, и мы опрыскиваем. Опрыскиваем этим коктейлем крону и опрыскиваем грунт.
тщательно со всех сторон и опрыскиваем грунт. Запашок, конечно, есть такой легкий от ростовита, но не сильный, такой терпимый, скажем так. Часть уже у нас опрыскана, вот они все блестят. Вот они все блестят. Сейчас листики соберем, потому что, конечно, все опрыскивалось, пол мокрый. Вот такой вот. Ну, уже вечер, поэтому свет не сильный, но мы решили выключить свет. Именно сделать в такой, ну, не в темноте, а в сумерках. Посмотреть, я думаю, что, наверное, тоже эффект будет лучше, потому что какие-то компоненты, они реагируют. Тут еще мы не опрыскивали. И вот продолжаем опрыскивать наши плантации. Результат завтра посмотрим. Будем смотреть. Опять же, наверное, попробуем, может быть, через 4-5 дней посмотрим, когда мы сделаем еще раз. Вот они аж капают. Включилась подсветка, потому что на самом деле темно. Грунт опрыскан. Вообще, по идее, этот коктейль, он должен стимулировать и корневую, и плюс ко всему почки. Опрыскиваем вот грунт и опрыскиваем крону со всех сторон. После этой обработки через два дня мы обработаем от вредителей, как раз возьмем в основу 30+, на маслянистой основе. Я думаю, что эффект будет гораздо лучше. То есть тут мы сразу всех зайцев убьем. Начнет работать корневая, соответственно, начнется пробуждаться почки. Вредителей мы заблокируем, и все будет вообще отлично. Вода у нас получается теплая, я бы сказала, даже, ну, градусов, наверное, 40, такая горячеватая. Как раз очень хорошая температура для поглощения растений. Такие процедуры мы периодически делаем различные подкормочки, различные стимуляторы, придумываем, смотрим, анализируем и смотрим, что оптимально для наших растений, чтобы им было полегче. Зимний период, когда не хватает солнечного света, после замечательного коктейля, который мы вчера обрабатывали, смотрим состояние самочувствия. Растение выглядит визуально отлично, прямо отлично. Обычно
биологические процессы дают небольшую листопадность всегда, но вот я наблюдаю, что вообще отлично, просто великолепно. Посмотрим в течение, будем наблюдать в течение 5 дней результаты, потому что в первую очередь должна сработать корневая, а уже затем мы увидим визуально по кроне. Но вот во всяком случае, вот смотрю, что ни одного листочка не упало. Растение себя чувствует очень бодренько, комфортненько, поэтому однозначно коктейль им понравился. Ну и будем смотреть результат. Нам нужны приросты, возможно, цветение спровоцирует, возможно, ну то, что корневая пойдет в рост однозначно. И посмотрим, что будет дальше. После нашего коктейля результат, вот пошли приросты. Про что я говорила, когда обычно говорят, что не надо... Когда говорят о том, что вот нужно, если растение сбросило лист, нужно обязательно снять все плоды, я принципиально не снимаю. Я наблюдаю за растением, и вот, пожалуйста, картина. То есть висят плоды, нет листьев, и пошли приросты. Да, мы помогли, мы дали свет, мы дали подпитку растению, и вот пошли приросты. Плоды сами отвалятся. И возвращаемся к тому, что у нас сейчас в наличии есть большое количество растений. Мы вам показывали и будем показывать, будем вас немножечко развлекать. Опять же тем, что у нас есть, дегустациями, всем прочим, новинками и тому подобное. И хочу немножечко заострить ваше внимание по поводу ламп. Опять же, да, возвращаясь к теме ламп, мы используем, как вы видите, вот у нас есть лампы холодного и теплого спектра, яркие, энергосберегающие. Опять же, я вам неоднократно говорила, что я рекомендую
Можно даже обычные, простые энергосберегающие лампы повесить. Вот, например, показываю, у нас приехали мандарины клементины и начали сыпать листву маленький в 18-м горшке. Естественно, нас такой вариант не устраивает. И мы поставили над ними лампы, розовые лампы, примерно где-то 30-40 сантиметров над ними. Мы используем вот обычную, вот такую, можно специально делаем, показываем варианты, всякие разные варианты, что мы используем, что может использовать вы. То есть вот эти лампы продаются в магазинах, их можно спокойно купить, и они продаются у всех в каждом городе. И результат, вот я вам показываю результат. То есть результаты есть приросты. Опять же, в квартире очень тяжело, поскольку красный свет, я уже говорила неоднократно, он не очень хорош для человеческого глаза. Поэтому, конечно, ограждайтесь, если у вас это все в жилье, старайтесь, чтобы красный свет не попадал вам в глаза. Это, опять же, что касается вот нашего варианта. И хочу сказать, что вот две лампы висят на расстоянии там 30 сантиметров. Результат есть. Поэтому, опять же, вот обычные фитолампы, которые можно купить в магазине. Работают? Да, работают. Вы можете их повесить на подоконник, над растением на подоконнике. Плюс ко всему, сейчас у нас поступили в продажу вот такие фитолампы. Я вам их показывала. И еще раз покажу. Тоже мощность такая же, как вот и у этой лампы, и в принципе ее можно вот использовать, повесить то же самое на высоте, примерно на такой же, над растением, и эффект будет. Даже достаточно примерно на подоконник, на кусочек подоконника достаточно одной лампы. Можно ее вот повесить таким образом. Сейчас я вам выну ее и покажу. Итак, в наборе есть переходничок. Это переходник, то есть сюда можно подключить и присоединить вторую лампу таким образом, то есть между двумя лампами, либо, например, взять и повесить две лампы рядом и подключить вот таким образом. То есть именно удобно, что можно подключать еще одну лампу, и с другой стороны мы подключаем, ну, он, правда, небольшой удлинитель, но тем не менее. Плюс есть приспособление для того, чтобы можно было прикрепить его к опоре какой-то, то есть это у вас потолок, подоконник и так далее. Опять же, смотрим, какие у нас сведения про эту лампу. Мощность 9, красный-синий, инфракрасный. Вот, пожалуйста, все данные показатели. 9 ватт, угол рассеянный 120 градусов. Коэффициент пульсации 5%. Все показатели данные. Вот 20-40 сантиметров над растениями для того, чтобы был эффект. И вот он спектр, который здесь предоставлен. Все написано. Все расписано даже на самой коробке. И прилагается инструкция. Прилагается инструкция, где тоже все написано. В принципе, кратенько. Но все аргументировано. Так, мы эту лампу можем повесить одну вот так и вторую также, либо одну вот над ними, над растениями, и все равно будет эффект однозначно. Однозначно эффект будет. Плюс ко всему, мы себе оставили такие лампы, мы будем их тестировать, вам показывать. Но то, что от них результат будет, вот, пожалуйста, вам показываем. Тоже она 9 ватт, вот эта вот лампа. Если повесить две таких лампы, опять же, да, вот просто продлить их, как одну сделать, эффект будет однозначно. Будет. Я вам его показываю. Потому что, в принципе, вот эта вот лампа, она равнозначна обычной лампе. Вот этой вот фитолампа. Это тоже фитолампа с красным светом. Я вам сейчас включу и покажу. Я вам уже показывала вот такие тоже фитолампы, только здесь с белым спектром мы используем. Но она чуть-чуть подлиннее, наверное, сантиметров 70 будет или 50. Вот две лампы у нас висят. Вот, пожалуйста. То есть растения скинули листвой, вот они начинают заново обрастать под этими лампами. То есть эффект есть. Показываю. То есть вот эти растения, они приехали лысые. Приехали лысые, просто вот сбросила в этот же день листву полностью.
И мы ставим их вот отдельно. То есть вот у нас приехала полностью лысая папуана, она обросла. Вот сейчас обрастает еще один цитрус, видите? Обрастает у нас апельсин. Вот видите, начинает обрастать под этими лампами. И приехал лайм абсолютно лысый. Вот он уже практически зелеными ветками. Вот опять же используем вот эти лампы. Вот я включила, она горит красным светом. Красным светом, не знаю, видно, не видно. Светит хорошо, вот на расстоянии 20 сантиметров очень хорошо освещает. Сейчас я попробую приподнять ее. Ну вот, то есть она полностью освещает. Две лампы на подоконник будет абсолютно комфортно. На высоте 20 сантиметров, 30. Эффект будет. Опять же, например, для чего нам нужны красные лампы? Красная лампа нужна, если вы хотите, вот опять же повторюсь и скажу, вот, как в нашем случае, то есть нам нужен был, чтобы у нас появился молодой прирост, поскольку был листопад от того, что пошла адаптация. Эффект мы получили, эффект есть. Поэтому лампы я рекомендую. Цена очень хорошая, цена минимальная, цена от производителя. Есть в большом количестве, поэтому кому интересно, пишите, спрашивайте, мы вместе с растениями или отдельно пришлем. Это что касается ламп.